Обычно наша программа выходит в такой, знаете, немножко ночной, утренний период. А вот сейчас я вам говорю именно добрый день. Я очень рад вас всех здесь видеть. Я прошу, так сказать, извинить вас за то, что, может быть, вам немножко тесновато. Мы постараемся, чтобы вам здесь было интересно. Через час сюда приедет Александр Яковлевич Розенбаум, к 5 часам. Я думаю, вам еще будет интереснее вместе с нами. Он тоже очень устал после поездки в Австрию, в Вену. Он только что вернулся вчера. И вот сегодня приедет специально сюда, спеть несколько песен для вас. Я очень рад, что мы с вами смогли наконец-то встретиться днем. Наконец-то я смог увидеть тех, кто мне звонит по телефону. Антон, не убегай далеко, я тебя прошу, да. Я вообще этому рад, поверьте. Сегодня у нас будет маленькая такая официальная часть, если так ее можно назвать, конечно. Хотя она, конечно, совсем не официальная, как и вся эта встреча. Мы в магазине наших замечательных друзей, одной из самых крупных в Петербурге фирм, которая торгует аппаратурой Samsung. Аппаратурой, которая как раз нужна для того, чтобы вы могли слушать Radio Rocks и могли слушать то, что производит наша студия. То есть лазерные пластинки и кассеты. Меня хорошо слышно? Или погромче сделать? Что там? Нормально, да? Поэтому не видно меня. Вот там есть телевизор один и второй. Там меня можно увидеть. Вот надо повыше еще, да? Можно развернуть, попробовать. Если Сергей Петрович любезно. Да. О, Сергей Петрович, вот так. Ты сразу выключил. Ничего, сейчас мы включим его. Сегодня начнем с маленькой официальной части, а после маленькой официальной части будет небольшой концерт. Для вас будут петь братья Жемчужные во главе с бессменным дирижером и основателем коллектива Николаем Рязановым. Будет петь Антон Яковлев, которому я сейчас предоставлю слово спеть нашу фирменную песню, как водится у нас в начале программы. Затем Антон, кстати, будет петь потом свои песни, естественно, еще новые, может быть, часть из них вы слышали, если слушаете регулярно наш эфир. Будет петь для вас Михаил Круг, наш гость из Твери. Я очень благодарен за то, что вчера было огромное количество звонков, точнее сказать, сегодня утром, когда он был у нас в эфире. Миша споет вам несколько песен со своей гитарой. Затем будет петь Татьяна Коварова. Надеюсь, что это имя новое, но для вас оно будет скоро известным и любимым. И еще раз говорю, что через час, 5 часам, должен подъехать Александр Яковлевич Розенбаум, спеть несколько песен специально для вас. Вот все, что я хотел сказать в порядке такого небольшого вступления. Антон, Анжела, я приглашаю вас исполнить полностью вживую наше произведение, а после этого мы перейдем к маленькой такой официальной части. Ностальгических ног на волне позабытых мелодий вместе с вами начну я такси городских серенад и рапсодий. На дорогах трехцветных огней позабудьте дневные тревоги. Если с вами начну я такси, ничего не случится на дороге. Если с вами ночное такси, ничего не случится с дороги. Ночное такси, нам все удача впереди. И если в дальние края нас унесет с тобой судьба, так что же? Человек уводит за горизонт, ветер бьется в стекло лобовой. Вместе с вами ночное такси, а восторгом туман седой. А на улице спит тишина, фонари темноту размывают. Снова с вами ночное такси, с одиночеством прятки играет. Снова с вами ночное такси, с одиночеством прятки играет. Ночное такси, нас все удача впереди. И если в дальние края нас унесет с тобой судьба, так что же? Mm-hmm.
лужи, из дорожек, из лома по асфальту. Вместе с вами начну я такси. Снова ставим удачу на карту. Чтобы чисто пойти в поворот, уцелеть, не влететь и в итоге. Дай вам Бог пережить эту ночь, новый день, снова встретить в дороге. Дай вам Бог пережить эту ночь, новый день, снова встретить в дороге. Ночное такси, ночь удача впереди. И если за линия края нас унесет с тобой, впереди. И если в дальние края нас унесет с собой судьба, так пусть же. Хорошего вам путешествия в юбилейном ночном такси. Значит, я сейчас увижу всех, кому его дарить подарки впервые. Поэтому я хочу верить, что мы каждый год, встречаясь, будем дарить эти подарки, будем дарить их всегда. Хотя я считаю, что самый, наверное, хороший подарок – это общение, самый, наверное, хороший подарок – это хорошая музыка, которую вы слушаете. Но, однако же, мы приняли решение отметить самых постоянных, самых верных слушателей – к тому же, я уверен, оснащенных самым большим, таким мощным телефонным оборудованием. Больших друзей в магазине, в котором мы находимся, от торгового дома фирмы «Юма». Итак, наши фирменные подарки, подарки со значением. В них сразу же встроена вся та техника, на которой можно слушать все, что делает для вас петербургская студия «Радио Рокс». Можно слушать «Радио Рокс», собственно, сам, можно записывать все на кассету, можно слушать наши кассеты, которые мы выпускаем вместе с нашими большими друзьями московской группой «Союз». И можно, естественно, слушать наши лазерные диски. Аплодисменты, пожалуйста. Ирина. Так, вот, вот. Так, теперь сильная половина. Так, Александр, я знаю в лицо, он был у меня однажды. Вот, дайте ему пройти. Так, вот Александр пробивается к нам. Саша, где вы? Вот. Маленькая была официальная часть. Я очень благодарю этих людей. Спасибо вам. А что, нет, что ли, Коля? Цыгане есть. Дай два слова сказать. Рвется работать. Коля, подожди. Итак, ансамбль «Братья Жемчужные». Сегодня вообще, на самом деле, такое интересное, наверное, событие. Такой наш маленький первый юбилей, наверное, таким поводом послужил. Своеобразно для того, чтобы здесь собрались люди разных возрастов, люди, которые здесь пришли, кстати, Сергей Петрович, еще люди, которые знают ваши фотографии и сами фотографировали Аркадия, люди, которых я видел здесь впервые, люди, так сказать, вашего возраста, даже немножко старше, чем вы, они очень хотят познакомиться с вами, с музыкантами, они как раз вот пришли ко мне незадолго перед тем, как мы начали эту маленькую встречу. Что по ним, тебе слово? Сами. И я могу с гордостью сказать, что петербургский «Радио Рокс» является фирмой, которая продюсирует сейчас этот замечательный коллектив. Мы выпустили уже первый компакт-диск, сейчас мы второй. Первый назывался «10 песен 20 лет спустя». Я очень переживаю, что фирма «Орбита» к нам опаздывает с этим диском и с многими другими нашими дисками и кассетами, к сожалению. Вы сможете все это здесь приобрести. Обязательно хочу сказать, поскольку сам он о себе никогда ничего не скажет. Зовут его Александр Кавайлашвили. Это замечательный аккордеонист и, кроме всего прочего, замечательный тромбонист. Дело все в том, что... Я не ошибся, Коля, да? Тромбонист, да? Если ошибаюсь, значит, поправлять надо.
Они с Николаем сейчас играют в замечательном джазовом коллективе, кроме того, что работают как братья Жемчужные у нас в студии, скоро будут концерты. Они работают в таком джазовом коллективе «Невская восьмерка». Очень хороший коллектив, хорошего джаза классического, поэтому они большие специалисты в этой музыке. Я хочу поблагодарить замечательного директора радиостанции «Радио Рокс», которая к рок-н-роллу не имеет отношения никакого названия. Это аббревиатура, это российская коммерция и строительство. Это не рок-н-ролл. Поблагодарить Сашу за то, что он ведет программу «Ночное такси». Он эту программу придумал. И вчера был юбилей этой программы. Она очень молодая. Исполним всего один год. Мы записали юбилейный альбом «10 песен 20 лет спустя». Несколько песен мы сейчас споем. Часть под фонограмму, часть немножко так смешана. Потому что мы не смогли тут всех разместить. И это не полный состав наш, оркестр, который играет всегда. Мы так в уменьшенном несколько варианте сейчас выступаем перед вами. Вот. Ну, давай, Слава, запускай. Песня Александра Вертинского «Здесь под небом чужим». Я не верю ни в черта, ни в Бога, ни в простую человеческую логику. Жизнь уходит, как уходит вдаль дорога. Ностальгия очень тяжкая. Я как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль. Сердце бьется сильнее, видя птиц караваны, дорогие края. Сердце бьется сильнее, видит птиц караваны, дорогие края. Уважаю их я. Вот все ближе, все сильнее рыдания. Они мне принесли, из какого же вы неприметного края прилетели сюда на ночле журавли, из какого же вы приветного края прилетели сюда на ночле журавли. Холод, сумрак, туман, непогода и слякоть, вид унылых людей и усталых земли. Ах, как сердце болит, ах, как хочется плакать, перестану терпеть, подо мной журавли. Ах, как сердце болит, ах, как хочется плакать, перестаньте рыдать, надо мной журавли. Принесутся они мимо скорбных распятий, мимо древних церквей.
рай. И покровы объятия породимою мой край. Но Россия моя. Кормой и мимо
прошагал. Подпели вишни,
ждали, а вместо лишь теперь веселый свет. Пусть дядя Ваня купает тетю Груню, а после бани крестьянский бани мы скажем все спасибо тете Груня. И дядя Ваня, дядя Ваня, а ты Григорий, мой друг из славного русского города Тверь, Михаил Круг. Миша! Миша, давай поднимайся. Миша впервые в Петербурге. Так, это Миша. Все нормально. Такой символический немножечко момент. Николай Рязанов передает свою гитару для исполнения Михаилу Кругу. Дайте руки. Зато будет нормально слышно, я думаю. Итак, Михаил Круг впервые специально для того, чтобы выступить здесь и выступить в эфире нашей программы «Ночное такси». Сегодня как раз утром этот эфир завершился. Приехал в Петербург. Замечательный человек, совсем новое имя для нас с вами. Полгода назад вышла его кассета, вышел его первый альбом, который сделала группа «Союз», альбом «Жиган Лимон». Песни очень вам полюбились. Мы очень рады, что Михаил выбрал время для того, чтобы приехать к нам сюда, в Петербург, повторяю, специально для того, чтобы быть в эфире в юбилейном и на этом маленьком, таком нашем домашнем юбилейном концерте. Итак, Михаил Круг, пожалуйста. Спасибо. Саш, ты немножко ошибся, я не первый раз. Я здесь был в 87 году. У меня был свадебный круиз в путешествии, я здесь купил гитару. Ленинград узнал, конечно. Вот. Первая песня нового из нового альбома называется «Пусти меня, мама». Пусти меня, ты мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шуме песни и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шуме песни и там братва гуляет, и не мешает мусора. Девчонки, там ждут меня ребята, они все песен моих ждут про наш любимый город, где выросли когда-то, они со мною подпоют. Про наш любимый город, где выросли когда-то, они со мною подпоют. Они все отсидели подолгу и по многу и были в розыске не раз. Андрюха и Володя, Лёха и Серёга, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Лёха и Серёга, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят портовые девчонки, они ж с ума меня сведут. Из плеч в ложках ноги разрезана юбчонка, и на край света уйдут. Из плеч в ложках ноги разрезана юбчонка, и на край света уйдут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства, и нет России без Твери. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где поэтапом нас везли. Санкт-Петербург.
Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где поезда бы у нас везли. Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни там братва гуляет, и не мешает мусора. Еще одна новая песня. Ну и так и будет новая песня. Называется она «Прости». Последнее тебе письмо мое несчастное домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять, я как всегда куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты. Прости меня, прости, ба-да-ба-да-ба-ба, прости меня, прости, мамуля, мама, мама, мамуля, мама, мама, за слезы твои, милая моя, за письма под подушкой три строки, за сына своего прости меня. За приговоры большим от других, за праздники на кухне у плиты, посылку с перевесом в 300 грамм, которую не приняли менты, и замолял тайную друзьям. Прости меня, прости, ба-да-ба-да-ба-бам, прости меня, прости. Мамуля, мама, мам, мамуля, мама, мам, за старый твой и выцвевший платок, который за запреткой узнаю, за слово твое теплое, сынок, за ласку материнскую твою. Прости меня, я не путевый сын, слова мои в душе, их нет в письме. Прости, я у тебя такой один, недолго ждать, отпустят по весне. Прости меня, прости, ба-да-ба-да-ба-бам, прости меня, прости. Мамуля, мама, мам, мамуля, мама, мам, мамуля, мама, мам, мамуля, мама, мам. Организму, но есть один хитрый секрет.
шлем, шубу с водкой и клизму, и запаха нет, и в дупле. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. С похмелья с утра пиво пенное лили Михалычу и Парику. От пива весь синий, Серега, попей кипятку. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Купите кассету, прокрутим немножко, там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко, он сам в этой будке и пьет. Водочку льем, водочку пьем, так с водочкой только живем. Шутил. Играла вода под веслом голубым перламутром, и брызги серебряным светом слепили глаза. Как ты поцелуем будила меня рано утром, так ласково, будто бы что-то хотела сказать. Во мне пробудились все чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать. Но все-таки там где-то в сердце теплилась надежда. Найду я свое, сколько можно по тюрьмам терять. И вот та мечта, что так долго меня согревала, забила ключом, утолила мне жажду души. К плечу прикоснулась, прижалась и поцеловала. Если сердилась, то что в окурке тушил. Ребята, готовятся, я скажу вам немножко предварить свое выступление. Дело в том, что я сделала программу, она шла, и мы выступали на хороших площадках, в театре эстрады, например. Называется она «Мадам Бомжа», под наголовок «Классические блатные песни». И сегодня я несколько песен из этой программы с удовольствием спою для вас. И для ночного такси, конечно. И за ней следила
Потом посмотришь мелочку. Замечательная песня, известная всем, хорошо вы ее знаете. У нее есть автор, Лев Горбовский. Называется она «Фонарики». Поехали. Замечательная авантюристка, известная бандитка Сонька «Золотая ручка». И вот эта песня была написана в честь нее. Итак, шарабан. Шарабан, амор, шарабан.
Я очень рад, что я успел, потому что я вчера прилетел с гастролей, завтра опять, послезавтра улетаю, так что очень удачно получилось. Мне вдвойне приятно здесь быть, потому что, во-первых, это хорошие передачи, которые сделал очень знающий и грамотный человек, Саша, да, Трумин. Мало у нас на радиостанциях и на телевидении действительно грамотных передач, которые ведут люди, которые знают проблему. Это первое. Во-вторых, в этом зале я впервые репетировал, поскольку вышел со скорой помощи. Я сейчас подъехал, потому что был такой зальчик в свое время, так что мне вдвойне приятно вас всех видеть здесь. Я вам сейчас спою одну новую песню свою, так чтобы вы познакомились с новьем, а потом мы парочку споем из того, что вы знаете. Извивается струна, корчится в звенящей тишине. Ах, как выпить хочется до дна за тебя, возлюбленная мне. Только жаль, граненый мой стакан. Давно не видел старика, вот от вас тех пор, как бросил пить. Рано вещун я, послушав тебя, завязал. Рано забыл об одном, двум смертям не бывать. Рано я вставил себе голубые глаза. Карие больше не тут мне, не буду скрывать. Рано я вставил себе голубые глаза. Карие больше не тут мне, не буду скрывать. Два часа, как умер телефон. До утра его не воскресить. Мне б строку не спутать со строфой. Сохрани, Господи Боже, упаси. Не отгадать бы того, что умом не понять. И не услышать того, что закрыто в ночи. Да не услышать бы стона, что не для меня. Бьется в горячей подушке у яркой свечи. И не услышать бы стона, что не для меня. Бьется в горячей подушке у ясной свечи. Приходи, старик, я вновь один. Как всегда со всеми и ни с кем. И хоть сердце вроде бы в груди, кожу рвет мне вена на виске. Рано послушав тебя, я вещун завязал. Но не страшны мне на стенах теперь зеркала. Время
время пришло, старичок, отвечать за базар. А без полбанки никак, вот такие дела. Время пришло, старичок, отвечать за базар. А без полбанки никак, вот такие дела. Как вы записывали передачу, он будет лучше. Ну а теперь давайте по старенькому. Да не наши знаете. Глухарики. Леша, ты глухарик. Да глухари на таковище бьются грудью до крови. И на шутку расходились. Сейчас мы с вами песню, называется она «Маска и мышка».
Я давно не писал в этом жанре песен. Знаете почему? Не потому, что душа не лежит, а просто потому, что не лежит душа, потому что к этой песне сегодня лежит душа во всех колтурщиков в нашей стране. Сегодня эта песня стала государственной, понимаете? И это не совсем хорошо. Когда в колонном зале поет, допустим, я не знаю, если даже номером спеть в каком-нибудь большом сборном концерте «Гоп-стоп», к примеру, это тоже не будет нехорошо. Вот, потому что каждому овощу, да, свой сезон и свое время. И сегодня, когда совершенно бездуховная, да, блатная песня – это хорошо. Городской романс, как его называют, это, но в этом тоже должно быть, так сказать, бездна вкуса и душа. А «Леха, Леха, Леха, мне без тебя так плохо, умца, умца», как музыканты говорят. Ну, это все мило очень, но настолько все испохаблено, жанр это испохабили сегодня вседозволенностью, потому что демократия все-таки это не есть беспредел, я в этом глубоко убежден, во всех отношениях, хоть в экономике, хоть в песне. Должна быть внутренняя какая-то, так сказать, внутренний стержень, внутренние какие-то барьеры. А когда этих барьеров нет, то вот и получается сегодняшняя наша эстрада, телевизор включишь, плевать хочется, если сказать через другую букву это слово. Так вот, я вам спою песню, которая просто написана в пику сегодняшнему. Давно, еще раз говорю, не писал подобного, но вот решил просто так помазать маслом все сердце, что ли. «Машка и мышка» называется. Лирическая песня. Месяц мая весну принес, сел на ветке грач. Мир не стоит твоих слез, Машенька, не плачь. А не поможешь, Маша, ты горю моему. От твоей, Маш, красоты ухожу в тюрьму. Ухожу на нары я, позвала страна. Все девчата парами, а ты опять одна. Снова будешь до утра от детей тайком. Чай да сахар собирать, мне в казенный дом. Вор карману липнет, а к решетке воробей. Он с утра чирикнет, и я вспомню о тебе. Отгуляла Маша, ты свои 17 лет, ровно столько же меня с тобою нет. Да я, родная, не с подушек полы сел, когда наша с краю с малолеток я и сел. Я любовь тем Маша через годы пронесу, через контроль на следовую полосу. Знаешь, по весне я весь мир люблю. Мышка бегает ко мне, а я ее кормлю. Рассказал про домик, да, где чего лежит. Ты не бойся ее, Маш, если прибежит. Мышка, мышка, и только мне без тебя тоска. Я вчера, как и есть во сне, воду расплескал. Сказал мне ту беду поутру сосед. И за скоро я помру на рассвете лет. Вертуха и моча с каждым днем все злее и злее. Набухают почки на больничку, что ли, лечь. На больничке, Маша, нынче утром благодать. На больничке мне не хитишь полежать. Буду спать, ложиться, прочитаю, отче наш, за тебя молиться и за деток буду марш. Буду бить поклоны я до самого звонка, слово верное даю тебе жекам. Влез медведь на косогор и спустился вниз. Я внимание клацый вор, вор лицы не весь. Смотрю пустой стакан, грустно и светло. А вот срываю крупный банк, меньше заводов. Маша, Машенька, не плачь, я поэту внял. Не угонит речки мяч, это про меня. А я попрыгаю еще по стране родной. Положу ей рук на счет и вернусь домой. А перешел я вороты, он с утра чирикнет, и я вспомню о тебе.